8 июля наша страна отмечает праздник семьи, любви и верности. Появился он благодаря мурманскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 13 веке. Образцами семейного счастья они стали еще при жизни. По легенде, супруги умерли в один день. Их тела, положенные в разных местах, оказались в одном гробу. До сих пор это считается чудом. В России День их памяти отмечают с 2008 года. Он стал российским аналогом Европейского дня влюбленных. По этому поводу сегодня губернатор Никита Белых наградил почетными медалями 70 супружеских пар, тех, кто в браке уже больше 25 лет. Медаль за любовь и верность является общественной наградой. С одной ее стороны изображен символ праздника – ромашка, с обратной – лики святых Петра и Февронии. Также награды в нашей области, такие награды в нашей области вручают уже 6-й год. На мероприятии супружеские пары делились секретами любви и признавались друг другу в чувствах. Света, я люблю тебя. Нет, очень люблю. Я понимаю, что жизнь моя немыслима без моего мужа Александра. То есть я – это он, а он – это я.